дал нам возможность изучать уроки благодарности. Видите, как все хорошо. Что Всевышний дает нам вообще много возможностей. И мы эти возможности стараемся использовать. Но самое главное здесь, что это когда Всевышний делает нам хорошо, его благодарить. А он нам делает хорошо всегда. Все, я очень благодарен Всевышнему за то, что отпускают заложников. Я об этом молился, и Всевышний услышал молитву. Я молился, все молились. Заложники, это очень интересно, я прочитал, что взяли самолет с семьями заложников, Хабад, движение Хабад, есть такое движение, они сняли самолет и привезли всех родственников заложников на могилу Любавического Рэба, и там они молились, чтобы их отпустили, их родственников, близких. И видите, молитва как работает. Там молитва, здесь молитва. Весь Израиль молился, слава Богу. Я уверен, помните, мы же уже сколько у нас уроков? Уже 2 года мы молимся каждый урок, чтобы закончилась война в Украине. И с Божьей помощью она скоро закончится. Прямо уже вот пошли какие-то подвижки. Прям чувствуется, что уже двигается мир к тому, что закончится война. И опять наступит мир. И вот сейчас уже, да, когда все увидели, насколько зло отвратительное, каким-то образом люди должны понять, что со злом можно бороться только как добром. Когда есть много зла в мире, нужно делать много света. Поэтому мы сейчас занимаемся самым важным делом. И с Божьей помощью, в заслугу наших уроков, признавая добро Всевышнего, это и есть самое главное добро в мире. То есть то, что люди не признают его добром, и концентрируются на зле. Это и причина всех войн. Вместо того, чтобы радоваться, быть благодарными. Какой благодарный добрый человек будет воевать? Вот скажите, никто не будет воевать. Благодарный добрый человек, он скажет, ну класс, слава Богу. Какой благодарный добрый человек будет воровать? Никто не будет. Какой благодарный добрый человек будет там делать зло другому? Никто не будет. То есть самое главное в этом мире – это быть благодарным. Мы живем в лучшее время в мире, и то вот эти вот злодеи, они все недовольны. То есть все войны, все от недовольства. Хорошо, друзья, мы учимся быть радостными и довольными, потому что Всевышний как делает? Каждый из нас является как бы центром мира, да, центром мира – и каждый может перевернуть все в мире в добро. И в личном мире. То есть, как только у вас получится в личном мире все перевернуть в добро, то вместе мы все в большом мире перевернем в добро. Итак, и сегодня у нас 47-й урок. Мы продолжаем двигаться по книге Рав Шалома Аруша, которая называется «Сад благодарности». И он прям говорил нам в начале книги, что мы зайдем, если все вот прям пройти все уроки, зайдем в райский сад. И мы как раз вот пробираемся, уже видна дверь, уже виден райский сад. Здесь он дает тайное знание, 47 урок, тайное знание. Значит, говорит он так. Вот в прошлый раз он говорит, что у меня был период жизни, когда на меня навалились огромные-огромные долги. И эти долги были просто, ну, огромные, я не знаю, как их отдать. И я, значит, выбрал, что я буду молиться Всевышнему, чтобы он мне показал. И от всего сердца, вознеся бесчисленные хвалы Всевышнему, я подолгу молился, чтобы мне указали, за какой грех на меня обрушились долги. И просил о раскаянии, способном все исправить. Вот, и он здесь приводит молитву, да? Он говорит, грех оставался от меня скрытым, я не знал, за что мне это пришло, поэтому я так молился, приводит молитву. Владыка мира, говорил он, хозяин мира, владыка мира, лишь тебе открыто и явно, за какой грех я наказан долгами. Наш учитель, это его учитель, это Раби Нахман, говорил, что есть определенный грех, за который человека поражают долги, но он не открыл нам, в чем он состоит. Владыка мира, тебе открыто все. «Смилуйся надо мной, отпусти меня, прости меня, дай искупить мне этот грех, помоги мне обратиться к раскаянию за этот грех и исправить его. А тем временем будь со мной терпелив». Так он просил Всевышнего. И вот он, значит, просил эту молитву, часами уходил на природу, и там он просил Всевышнего, благодарил, просил, благодарил, просил, благодарил, просил, благодарил, просил, часами. Так в течение долгого времени я молился, по крайней мере, по часу в день. И каждый раз я видел чудеса помощи и наставления. Примерно спустя год такой ежедневной молитвы, год,
Всевышний помог мне избавиться от долгов. И действительно, как обещал мне мой учитель, его учитель это был Рав Бирланд, он говорит, я удостоился удивительного приближения к Творцу. И если бы не окажись в таких долгах, этого бы не было. Теперь он говорит, благодаря этому я получил множество чудесных даров веры, упования, и они остаются со мной по сей день, а главное служат всему народу Израиля. То есть, что он говорит здесь? Я теперь понял действительно, за что я благодарен Всевышнему. То есть, не было бы этого, не было бы Рав Шалома Аруша. То есть, именно вот этот вот тяжелейший период в его жизни, именно этот год, когда у него просто было все, ну вот, все разрушилось. Он говорит, этот год он меня и создал. Все время, пока надо мной висели долги, я не чувствовал из-за них никаких страданий, а все время пребывал в радости. И хотя ни разу у нас дома не было даже хлеба, мы не ощущали никаких мучений, поскольку каждый день предавались раскаянию и молились о долгах. И поэтому над нами не висели никакие приговоры. Значит, и дальше он приводит такую вещь. Он говорит, что вот на небесах на человека гневаются за что-то. Теперь, если он принимает эту ситуацию и говорит, я понимаю, что что-то где-то как-то я сделал не так, но я благодарен, что ты мне это показал явно и открыто. И я прошу тебя, теперь покажи мне, я готов исправиться, хочу исправиться, только мне нужно точно знать, что. То в этот момент цель вот этих вот неприятностей достигнута. Он говорит, ну большинство-то как действуют? Они действуют прямо противоположно, они попадают под еще худший закон. У тебя долги, а ты вместо раскаяния приписываешь их природе или случаю. Это пробуждает против человека великий гнев, как написано в Торе. А если после сего не послушаете меня и пойдете против меня, то я пойду в ярости против вас и накажу вас всемеро против грехов ваших. То есть в 7 раз может усилиться давление и наказание от Всевышнего, если не принять то, что он дает неприятность как знак, как исправление, как призыв обратиться к Всевышнему. Если человек говорит, это случайно, это все из-за него, из-за правительства, из-за погоды, из-за этих, из-за тех. Если он не понимает, что есть только он и Всевышний, и это ваш со Всевышним разговор, написано в Торе, в 7 раз может давление увеличиться. Но как только человек пробуждается и старается обратиться к раскаянию, приговоры отступают. Оп. То есть в момент, когда человек пробудился, даже если ситуация, она меняется не быстро. То есть у него год заняло, пока он избавился от долгов. Но страдать он перестал сразу же, как только признал волю Всевышнего. Поэтому человек, который каждый день обращается к раскаянию, даже если он еще не все исправил, и даже если его материальное положение ужасно, не будет испытывать никаких мучений. Ему светит вера, в нем живет радость. То есть вот тут мы видим изменения на уровне интеллекта происходят быстро. Потому что такое вообще изменение на уровне интеллекта? Вот я сегодня думаю вот так, а сейчас я могу думать прямо противоположным способом. Вот сидит человек и говорит, да не, я, значит, какой спортсмен? А мы ему говорим, нет, скажи себе, я спортсмен, и я собираюсь пробежать марафон через год. И представь, как ты пробегаешь марафон. То есть он говорит, да это нереально. Откуда ты знаешь? Ты представь пока, скажи, я в натуре, вот внутри себя, да, я уже спортсмен, я уже люблю спорт, я уже собираюсь пробежать. То есть я сейчас показал на примере марафона, что он пока еще не марафонец, но его физическое состояние уже на грамулечку изменилось. Когда он в это действительно верит, что он спортсмен, он любит спорт, и он один раз присел, на следующий день 2 раза присел, на следующий день 3 раза присел. Через месяц он уже приседает 40-50 раз. Через 2 месяца он уже ходит по 10 минут. Через 3 месяца он уже ходит по часу. Через год он ходит уже, прошел там 10 первых километров. Да, он не марафонец, но он поверить, что ты марафонец, оно через год приведет тебя к результату. Теперь здесь то же самое он говорит с деньгами. Человек, который каждый день обращается к раскаянию, даже если он еще не все исправил, и даже если его материальное положение ужасно, не будет испытывать никаких мучений, ему светит вера, в нем живет радость. Дальше тут он приводит интересную такую вещь, то, что касается именно долгов, что
если он не причиняет никому беды этими долгами, то на него не давит тяжесть личных обид. Так как мы все присоединены ко Всевышнему на уровне души, то очень здесь важно твой, как ты общаешься с другими людьми. Помните, было, когда царь Хисхиягу, к нему пришел пророк Ишаяу и сказал ему, что ты умрешь, не будешь жить, объяснил ему. Ему царь Хисхиягу говорит, останови свое пророчество, да, перестань думать плохо, говори, чтобы никто не знал. И он повернулся, начал молиться, и ему все исправилось. То есть тут еще важна твоя связка с другими людьми, насколько ты кому-то доставляешь страдания, или доставляешь радость, или так, или так. Значит, если он не причиняет никому беды этими долгами, то на него не давит тяжесть личных обид, пишет Рав Шалом Аруш, и тогда Всевышний помогает ему и вызволяет из долгов за короткое время. То есть тут, ну, есть еще какие-то другие вещи про долги, да? Теперь он говорит дальше. Если бы я стал обвинять себя, жену, других людей, погрузился бы в уныние и отчаяние, самобичевание и ощущение собственного несчастья, хотел бы лишь, чтобы меня поняли, пожалели и тому подобное, если бы я скинул с себя ответственность и стал бы мучить окружающих, я ни за что бы не вернул долги так быстро. Кто знает, перестал бы я когда-нибудь быть должником. И кто знает, какие еще беды на меня бы обрушились из-за переживаний и обид тех, кому я был должен. Он говорит, но я, значит, сумел выйти из этого круга обвинений, самообвинений, и так далее, и говорит, благодаря этому периоду я получил чудесные дары, написал книгу «Сад счастья» и другие, основал Ешиву, начал приближать людей к вере, и сумел помочь многим должникам, которым я дал наставление, как выйти из громадных долгов. То есть, получается, смотрите, что произошло. Он вот эту вот яму, он использовал как огромный рычаг для роста, для развития, для помощи людям. И дальше он так и называет следующую главу «Использовать беду как рычаг». Когда человек так относится к каждому жизненному испытанию, веря, что все происходящее с ним послано Всевышним для его вечной пользы, и вот когда вот это главная принципиальная вот эта позиция, то есть в начале вот есть неприятность, да, она есть. Теперь первая вера, что все делает Всевышний, а Всевышний хочет мне добра, это тоже вера. То есть это такой принципиальный, как бы, главный рычаг изменения реальности. То есть подключиться к Всевышнему, но к его позитивной стороне. Когда-то Эйнштейна спросили, какой главный вопрос для человека в жизни. И Эйнштейн сказал очень такую вещь интересную. Он говорил так, что главный вопрос для человека, от которого зависит вся остальная вещь, все остальное в его жизни – это вопрос, Вселенная, он назвал Всевышнего Вселенной, Вселенная дружественная или враждебная? Если Вселенная дружественная, тогда у меня есть возможность создавать, строить. Если Вселенная враждебная, я должен все время защищаться и спасаться. Вот этот вот главный принципиальный духовный вопрос, это духовный вопрос. Мы не знаем, какая Вселенная. Какая Вселенная, как она, какая она вообще, как можно вообще думать о Вселенной. Но он назвал Вселенной Всевышнего. Так вот, Всевышний, он добрый. Думать по-другому нет никаких оснований, иначе мира бы не было. Мир существует за счет того, что Всевышний дает ему существование. Вселенная существует, потому что Всевышний ее создал. То есть, исходная предпосылка, что Всевышний добрый. Теперь, если ты это понимаешь, и ты это внутри осознал, а это вопрос веры, да, это вопрос веры и принятия этой исходной предпосылки, потом ты по-другому смотришь на все ситуации, которые происходят. И тогда ты сможешь правильно молиться, говорит Рав Шалом Аруш. У человека такого есть радость, и он использует свою беду лишь для пробуждения к более долгой и глубокой молитве. Он не позволяет дурному началу вести себя в заблуждение. И получается, что только через вот эту беду, проблему, сложность появляется причина работать, и он включился. В этом цель всех страданий и проблем человека – побудить его к молитве. Никто не хочет страдать, но если уже пришли страдания, проблемы или несчастья, например, долгое ожидание брака, бездетность, болезнь, долги и тому подобное,
Посмотри на благую цель и пойми, что намерение Всевышнего исключительно благое. Напомнить тебе о раскаянии или искупить часть твоих грехов. И тогда у тебя не будет никаких страданий. Наоборот, от великого блага этой цели ты преисполнишься радостью и начнешь благодарить от всего сердца за возможность пробудиться к молитве и приблизиться к Всевышнему. А когда ты приблизишься к Всевышнему, тогда что? Тогда Он восполнит все твои недостатки, и все у тебя будет. Вот такая система Рав Шалома Аруша. Хочешь верь, хочешь не верь. Это вопрос веры. Кто хочет верить, что все плохо, может, имеет право. И он оказывается в мире своей веры. Цадик бы монотоих е. Цадик верой своей будет жить. И не цадик верой своей будет жить. Дарвинист верой своей живет. И не антидарвинист верой своей живет. Все верой своей живут. И вот тут сегодня прямо совпадает, вот иногда бывает так совпадают эти две книги, что я прямо благодарю Всевышнего за то, что эта книга дает нам дополнение, такое прям практическое дополнение к высочайшим таким духовным, интеллектуальным осознаниям и идеям, которые мы получаем из книги «Сад благодарности». Здесь 48-й инструмент называется так. How do I... Нет, это 48-й, а у нас 47-й сегодня урок. 47-й, думаю, что такое? Что-то не сходится. 47-й. Вот, 47-й. Focus on what you do want and how grateful you will feel. Значит, переводится на русский так. Сфокусируйся на том, что ты хочешь. И как ты будешь благодарен, как ты будешь благодарен, когда ты это получишь, как ты будешь чувствовать. Он говорит такую вещь. Это очень мудро. It is wise to focus on what you do want. Это очень мудро фокусироваться на том, что ты хочешь. И намного легче, он говорит, фокусироваться на том, что ты не хочешь. Выбери мудрость, а не легкость. Это у него такая вводная часть. Он говорит, вот живет человек. Да, живет человек. А, он приводит из Талмуда очень важную такую фразу, что мудрый человек – это тот, кто видит результат. Это написано тоже в Пиркей Авот, сказал раби Шимон бен Натанель, ми, сейчас, аруэ это нулят, да, эзэ дэрэх тувашэ ворлю адам. Какой путь хороший, что его должен выбрать человек? Аруэ это нулят, тот, кто видит то, что родится. Тот, кто видит результат, да, то, что еще не родилось, оно родится только. И получается, вот пример он приводит, чтобы нам было понятно. Вот есть какой-то person, да, какой-то человек, какая-то личность, да, и он не достиг даже своей basic goals, он даже свои базовые цели не достиг, которые он хотел. И у него есть множество негативных черт, которые он хотел бы исправить, да, у него, ну, ленивый, такой-сякой. Он часто чувствует себя не unhappy, несчастливым, и все время он в таком distressful emotional state. И у него he has a low self-image, у него низкий self-image, низкая самооценка вообще, низкая. То есть он действительно не достиг никакой своей цели. Он все время в стрессе, в негативном состоянии, несчастлив. Еще у него низкая самооценка, он в себя не верит. И у него есть два способа думать об этом. Простой способ – это сказать, это ужасно, что я не достиг ни моей базовой цели, которую я хотел достиг. Это ужасно, что у меня столько негативных черт. Это действительно надо все изменить. Я чувствую себя несчастным и в стрессе все время. И это не то, что я хочу от себя. И иметь такой низкий самооценку, это несчастье в моей жизни. Это легко, он описывает то, что есть. И в принципе, это описать достаточно легко. Говорит нам Рав Зелик Плистин. Как это заставляет его чувствовать все это? Awful, ужасно. Ужасно он себя после этого чувствует. А... насколько это пробуждает его быть благодарным. Он говорит, не насколько, вообще ноль. Какая тут благодарность? Кому? И он говорит, а теперь
возьмите этого же самого человека в той же самой жизненной ситуации, только с одной главной разницей. Он прочитал уже эту главу, которую мы сейчас читаем, и он решил фокусироваться на том, что он хочет, и как благодарен он будет себя, каким благодарным он будет себя чувствовать. И он говорит: хорошо, сейчас попробуем описать по-другому. И он делает, he makes a strong commitment, он делает сильное обязательство думать in outcome patterns, то есть думать в алгоритмами, схемами, думать схемами, паттернс, это такие, ну, алгоритмы, да, мышления, думать схемами результата. То есть он решил говорить не о том, что есть, а о том, что он хочет получить. И он говорит так: я собираюсь фокусироваться на достижении моих главных жизненных целей. Это правда? Это же правда. То есть он не говорит: я не достиг главной цели. Он говорит: я собираюсь фокусироваться на достижении моих главных жизненных целей. I will keep thinking about what I actually need to do. Я буду, говорит, продолжать думать о том, что мне нужно для того, чтобы достигнуть эти цели, чтобы преуспеть. Я буду читать то, что мне нужно знать. Я буду учиться и интересоваться тем, что еще можно сделать для того, чтобы достигнуть цели. Каждое слово правда. Я буду изучать знания других людей, которые сумели, справились, как кто-то сейчас изучает знания Рав Шалом Аруша, чтобы выйти из долгов, например. Кто-то изучает какие-то книги, кто-то и так далее, и так далее. То есть я буду учиться, правда. I will keep going, я буду продолжать and following through on the reach my goal. И я буду идти по этому пути, пока не достигну моей цели. То есть я буду к ним продолжать двигаться. Я буду чувствовать себя wonderful, чудесно и благодарно, когда я достигну целей или буду продвигаться к моим целям. Даже маленькие успехи не будут заставлять меня чувствовать великолепно и праздновать. And keeping my minds on this, я буду удерживать свой мозг и интеллект на вот этом состоянии gratitude, благодарности и удовольствия. И это даст мне хорошие чувства и позитивную энергию для того, чтобы действовать прямо сейчас. То есть ситуация не изменилась. Он просто сосредоточился на результатах, которые он хочет получить, и на пути к этим результатам он может двигаться. Значит, на этом и надо сосредоточиться. Теперь, если говорить про черты характера, человек, который мыслит outcome thinking, это называется, the outcome thinking person, то есть outcome это тот, кто мыслит результатами, да, будущими, он может сказать себе: I will upgrade, я буду совершенствовать мой характер и мои черты характера во всех важных сферах. Я буду работать над этим столько, сколько нужно. Сколько вот нужно, столько я буду работать над совершенствованием моих черт характера. И я буду, I will enjoy every bit of improvement. Я буду получать наслаждение от каждого бит, это, ну, от каждого вот по чуть-чуть даже улучшения. Я буду благодарен, что я двигаюсь в правильном направлении. И даже перед тем, как я усовершенствую тот путь, которым я говорю и которым я действую, а я просто буду даже думать в этом направлении, и это даст мне великолепный шанс преуспеть. И я уже сейчас feel grateful about this positive approach. И я уже сейчас чувствую себя благодарным за этот мой позитивный подход. Уже подход позитивный, это уже круто. Все. И вот такая вот, вот так вот он говорит. Дальше он... When it comes to positive emotional states, когда это приходит к позитивному эмоциональному состоянию, тот, кто мыслит outcome thinking person, тот, кто мыслит будущими результатами, он может сказать, значит, о себе: я вообще беру обязательство получить вот это мастерство, думать результатами и как получать most positive emotional states, как получать
максимально позитивное эмоциональное состояние. I will become a happy. Я буду счастливым, joyful, получающим удовольствие, courageous, смелым, спокойным, искренним, благодарным человеком. Я буду I will keep developing. Я буду развивать это, пока я не стану мастером в этом состоянии. И я даже смогу обучать этому других людей. Вот. I am grateful that I am thinking this way now. Я счастлив, что я и благодарен за то, что я думаю этим путем сейчас. И я буду делать, значит, это моим постоянным состоянием ума. Так вот он продолжает. И дальше он, как обычно, приводит, значит, ну, пример человека, у которого шел по этому пути, и у него автоматически не все стало perfect, но он продолжал держать фокусировку на направлении, куда он двигается, и его внутренний мир изменился, то есть внутренний мир меняется быстрее, он тоже медленно, это все инертно, но когда твой внутренний мир меняется, то тогда, конечно, и внешний мир, результаты тоже меняются. И вот он приводит одного человека, такого какого-то ученого мнения, что главная проблема большинства людей в их жизнях, что они ментально двигаются в неправильном направлении. То есть они ментально, они сами себе создают стресс, они все время думают о незаконченных каких-то делах, то есть они себя сами загоняют своим мышлением и direction, что они прям двигаются в негативном направлении в проблемы. Вот такой вот он приводит пример. И главное, то есть это очень важно, как машина, которую заносит, заносит, нужно смотреть туда, куда ты хочешь выехать. Точно так же в жизни, нужно смотреть туда, куда ты хочешь выехать. Это очень важно, видеть, что ты хочешь. И тот, кто не умеет это делать, то есть простой лайфхак. Простой лайфхак. Думайте о том, что вы не хотите получить, и переверните это на прямо противоположную ситуацию. О, я боюсь, что не будет денег. Я хочу, чтобы были деньги. Я вижу себя, что у меня есть деньги. Я вижу, как я зарабатываю. Я вижу, как я прихожу на работу. Я вижу, как я нашел какое-то дело в моей жизни. Я вижу. Но вот тут-то как раз ты и должен это увидеть. А пока ты это не увидел, ты не понимаешь, куда двигаться. А если ты все время смотришь в яму, так куда ты попадешь, кроме ямы? Никуда. То же самое, я там, у кого-то проблема со здоровьем. О, у меня проблема со здоровьем, у меня проблема. О, у него еще хуже. Ой-ой-ой, какой. А я боюсь, а у этого могло быть. Ой-ой-ой. Если ты все время смотришь в яму, куда ты попадешь? У меня проблема со здоровьем. Я хочу исправить. А вот этот выздоровел. Ух ты, интересно. Я хочу быть еще более здоровым. Каким я хочу быть здоровым? Я хочу вот в этой сфере быть мега здоровым. А как это сделать? Как тренироваться? Я вижу себя уже там, у меня было лишний вес, а я вижу себя, оп, там, а что, и вдруг тебе Facebook и что-то подсказывает, показывает, этот весил 140, сейчас весит 70, это весило 200, сейчас весит 180, уже лучше, я же еще, сейчас весит 80, этот и так далее. То есть, когда ты видишь, что ты хочешь, ты находишь путь к этому. Когда ты не видишь, что ты хочешь, как ты найдешь путь? Все, друзья, чтобы в заслугу нашей благодарности и в заслугу того, что мы стремимся, да, с помощью этих уроков действительно стать благодарными Всевышнему, поменять свой внутренний мир, и чтобы Всевышний нам дал помощь в этих хороших, добрых делах, и чтобы большую часть этой помощи мы отдаем всему остальному человечеству, которое в темноте сейчас погружены в негативные новости, смотрят вот этот негатив. Все отлично, Всевышний на протяжении всей истории человечества наказывал злодеев и давал добро праведникам. Поэтому всегда все равно зло будет наказано. Оно может только на какой-то момент восторжествовать, но это микромомент. По факту добро побеждает, а СМИ обычно, они качают зло, потому что я считаю, что СМИ, современные средства массовой информации, это одно из самых больших зол, которые есть в мире, которые, наоборот, раскачивают любое маленькое зло, раскачивают, разжигают. И я считаю, что СМИ это и есть максимально разжигающая негативную ситуацию, то, как они освещают то, что происходит. Ну, у них они просто, я даже не знаю, они не специально злодеи. А может, и специально злодей, непонятно мне, да? Потому что, ну, точно они кому-то принадлежат и обслуживают чьи-то интересы. Это факт. То есть, это факт. И
интересы этих людей, они непонятны. Вот сейчас Илон Маск приезжает он приезжает сейчас в Израиль, вот сейчас прилетел он в Израиль сегодня, да. Я не знаю, мне очень странно, что человек самый богатый в мире, один из самых влиятельных людей в мире, там 4-5 раз женат, что дочка и его дети не хотят с ним общаться и разговаривать, меняют пол. То есть мне странно, что такие люди, как Маск, управляют судьбами мира. Очень странно. И очень жаль, что, ну вот, мне кажется, что, а может быть, они сейчас отражение ситуации, которая есть в мире. То есть они прям показывают, вот вам человек, который отражает то, что с миром сейчас происходит. Ну, конечно, ситуация не... Назовем это так, ситуация, слава Богу, спасибо Всевышнему. Идеальная ситуация, чтобы мы пробудились и стали нормальными людьми, любящими Всевышнего, благодарящими Всевышнего, любящими добро, делающими добро. И ситуация идеальная, потому что сейчас надо спасаться. Конкретно это и есть спасение, благодарность, любовь, благодарность Всевышнему и смотреть в позитивном направлении. Все, всем до завтра. До завтра. Спасибо вам за вашу помощь. Поделитесь этим уроком с максимальным количеством людей, чтобы они, может быть, тоже пробудятся и поймут, как им выйти из той ямы, в которой они находятся. Все, всем удачи. А те, кто не в яме, срочно благодарите Всевышнего, чтобы он вас не пробуждал. Скажите, я уже пробудился, спасибо тебе. Все, мне не нужны проблемы, я пробужден. 100 раз в день. Спасибо Всевышнему, проблемы не нужны.